леди и джентльмены, а сейчас то, чего вы так долго ждали. Здорово, братва! Мы идем в тренировки. Вот пушок. Это Ляля. Это мои документы. Или чёрт, бля? Да, мой бизнес, бля. Там, короче, я живу. Вон там. Вон там я живу. Что мы, Миша, сегодня на тренировке делали? Не! Оп! А на этом моменте мы остановимся. Ведь в это же время Владу пришла в голову воистину гениальная идея. В принципе, он каждую свою идею считает гениальной. Вы спросите, почему? Потому что. Он резко собрал команду. Как мы уже все приготовили, мы ждем такси. И все, на этом контент. И все. Сценарий готов. И теперь все едут по домам. Да. Довольно-таки продуктивный день. Работа, она такая, в любое время суток, в любую погоду. Да. Опа! Новый месяц, новый влог. Сегодня, короче, идем снимать. Вот. Я иду за реквизитом. Эй, Смартон, дубачина страшная, минус 6 или минус 8 сегодня, короче, утром было. Хотя сейчас утро, да я. Ну, короче, я обошел 5 магазов. Ни в одном шариков нет. Последний зашел, думаю, ну такой, ну. Там, думаю, магаз находился около ЗАГСа, такой, около ЗАГСа, ну, даже шарики продавать свет-то. Ну, должны, типа, ну, серьезно, какая свадьба без шариков. Но, как оказалось, они закончились. И где, интересно знать, мой воздушный шарик? И откуда, интересно, взялась эта тряпочка? Ты прям как пятачок с шариком идешь. Я надеюсь, сейчас ты как мама вот так от ветра прикрыл. Короче, вот так, наверное, мы идем на локацию. Шарик нашли. Соня, я. Да, это я. Вот, идем, короче, мы на локацию вступили уже конкретно. Вот, я иду садком, чтобы поменьше было этого ветра. Если вы не поставите лайк, Соня, в считайте, что поздравил. Зашли, короче, в Аку. Фоми, Федя. Так, стоп. Кто такой Федя? Сейчас я вам все объясню. Сколько себя помню, я всегда знал. Он мой партнер. Это не значит, что мы гуляем, взявшись за руки. Это значит, я постоянно пытаюсь вытащить его из тех передряг, в которые он меня впутывает. Я держу его в строгости, чтобы нюх не терял. Но на самом деле, он мне как брат. То место, где мы там, ну, нашли классное, реальное место. А вот опять проводим собрание. Вот. Привет, кстати. А вот они сидят, чаёмничают. Короче, сейчас будем пить чай, греемся, вот. 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 Я, короче, опять вот тут сидел. Вот мы тут подсчитываем все, то, что нужно нам. Да. Все. По финансам. Держи. И по финансам. Не складывается у нас, короче, по финансам. Снимать, что они начинали. Ну, в процессе. До локации идем пока. Все. Пьем вот такую бодягу. Что за бодяга? Самогон местный. Юный акулята. Что? Акулята? Акулята. Сейчас родимся заново. Можешь, пока меня сейчас уже идет съемка, типа? Нет, надо нажать. А там уже идет? 8, 9, 10. А, значит идет, да. Что, нажать что? Еще раз на кнопку, чтоб не снимала? Снимай меня. Идет. Очень холодно, очень холодно. Вообще капец. Что только не делаешь, все для вас. Контента. Все для вас, подписчики. Не дай бог лайк поставите. Вот если посмотришь лайк, я иду, не поставишь, я тебя найду, собака. Я тебя по IP вычислю.
И в такой же холод тебя сбросят. Давай, иди сюда, иди, слушай, ты почему лайк не поставил? Да. Там нормальная картинка? Да. Да, вот Кать, давай, папа. А зачем люк нам? Сейчас провалишься. Все, готово, я пошел. Подожди, да? Ты в фокусе. Так, тебя нужно по жопу, да, снимать? Чуть ниже жопы. Ну, короче, чуть-чуть так. Ага. Готова? Да. Да, короче, мы замерзли, капец, пришли в Макдак. Да, вот только надо пожрать. Тебе б только пожрать. А ты мне в рот не заглядывай. А ты меня не указывай, понял? А ты меня напонял, не бери. Еще, короче, как подешевле пожрать. Если вы знаете, как дешево пожрать в Макдаке, пишите в комментах. Если вы хотите проспонсировать съемку, пишите в комментариях. Бартер тоже. Да, нативная интеграция всегда будет. Руки практически отмерзли после... Опа! Девочки, вы упали. Девочки, вы упали. Ветер подул. И вы упали у меня. Шла война на уничтожение человечества и шла на десятилетия. Вы знаете, как, короче, вот есть же королевский чизбургер большой такой. Допустим. Знаете, как его в Америке называют? Четырехфунтовый чизбургер. Какой? Четырехфунтовый. Потому что у них, ну, не, эмпирическое же мерка исчисления, а у нас метрическое. Мы вообще не знаем, что такое. У них фунты, мили там всякие. Да. А знаете, как во Франции называют Биг Мак? Ля Биг Мак. Ля Биг Мак? Да. Ну, короче, у нас началась сцена, короче, где нужно сразу двоих снимать. Для этого нужны два оператора. И что вы думали? Мы сразу нашли оператора. А? Мысли материализуются. Материализуются. Идем снимать. Попадешь обязательно. Варя! Помаши в камеру! Помаши в камеру! Там Варя, она сегодня тоже помогла снять. А? Жутко замерзла, наверное. Думаю, тоже. Мы ничего, да мы не замерзли. Опа, сильный ветерок. Идем записывать голос и попробуем поснимать со мной Соня и Илюша. Вот. А, почему? И сегодня, по сути, должны были еще снять еще одну часть, несколько кадров. Ну, потому что долго был в больнице, там жесть такая была. Короче, рассказываю. Съемку, короче, его прервать, потому что... Тут такая проблема. Мне сегодня нужно идти в военкомат был. Я пошел в военкомат. Очень интересная тема. Я пошел в больницу делать рентген своей головы. Ну, потому что меня отправят в военкомат. Вот. Говорят, что-то вся голова странной формы. Иди, проверь-ка, а? Слушай, сказать. Окей, скажу, что мне сейчас сложишься. А пошел в регистратуру. Да, пошел в регистратуру. Надеюсь. Ну, сейчас, надеюсь, быстро пойдем, потом дальше пойдем. Второй день снимать. Меня отправили к какому-то врачу, в какой-то кабинет. Пошел, он сказал, братан, я вот это я занимаюсь, а вот это я хз, почему тебя отсюда отправили, иди обратно в регистратуру. Ой, что она снимала, не знаю. Ну, сдавай, я такой, окей, пошел, меня отправили в рентген кабинет, сделали рентген моей черепушки. Ну, жопа на посте будет. Сок морочек. Мне сказали, мы таким не занимаемся, иди в регистратуру, пошел. А они такие, братан, иди, короче, кабинет УЗИ, пошел. Пошли, короче, на смотрозвую площадку, типа. Чем мы себя сюда отправили? Иди в кабинет ЭКГ, пошел. Поехали втроем? Поехали втроем. Целый день. А сказали, а вы в кабинете ЭКГ сказали, у нас в больнице такое не делают. Иди в другое место, иди в другую больницу, такой. А почему шаги? Нет. Вот такие, короче, были. Сейчас идем дальше записываться. С великим свершением. А чтобы вы... Владику снимаем. Записывай.
Спасибо. Видос записали, голос записали. О, бля. И только, значит, короче, мы сняли, сидели, иду, короче, я такой, бас, кого я вижу? Пацаны тренируются.